Всем привет, а с вами Челси, и сегодня я снимаю летний хол, так как завтра я улетаю на море. Я сегодня покажу вам как одежду, так и разные классные штучки из разных магазинов. И давайте начнем с моих новых очков. Вот такая вот красивая пластиковая оправа в стиле эмо, она черно-розовая. Мне очень нравится. Напишите, идут ли мне эти очки. Вот, и также я сделала вот такой вот классный маникюр, но мне сделали в маникюрном салоне. Здесь есть два пальца в виде космоса, один палец с луной, с точечками и сиянием. Зацените маникюрчик. Теперь давайте перейдем к одежде. Вчера я была на шопинге в Меге, и первое, что я купила, это вот такой вот топик, который сейчас на мне. Топик, он как бы вот до живота, и живот весь открыт. Это очень хорошо, так как летом за городом бывает очень жарко. Он из очень приятной ткани, мягкий и красивый, сделан в стиле тельняшки. Покупала в магазине Pull & Bear. Теперь покажу вам вот такую вот свою кепку. Она голубая, с точечками и с фламинго. Сзади здесь присутствует вот такой бантик. Покупала кепку в магазине Kiabi. Дальше пойдет вот такая вот красивая голубая юбка с завязками. Мне она очень понравилась, она вот такой длины, с рюшечками, она из детского мира. Дальше хочу вам показать вот такую вот очень красивую футболку. Она из магазина Zara, она белая, с Микки Маусом. Здесь есть три ярких надписи Микки, а также вот такая вот очень блестящая и красивая голова Микки Мауса. Мне эта футболка очень понравилась. Теперь предлагаю посмотреть на мои классные штучки, покупки из магазина Fix Price. Первое, что я купила, это из еды, вот такой вот фикси батончик с вертой из фиксиков. Предлагаю его попробовать, это какая-то конфетка, меня очень заинтересовало, какого же она вкуса. Сама конфетка вот такая вот в виде крокодильчика, не знаю, как относится к фиксикам, но пахнет каким-то не очень качественным шоколадом. Попробовала я эту конфетку, шоколад мне действительно не очень качественный, но внутри присутствует вот такая вот начинка. Эти конфеты я покупать вам не очень советую, так как их дешевая цена не оправдывает свое качество. Кроме самой конфетки, внутри еще была наклейка с вертой, но она вся испачкалась шоколадом, так как была никак не защищена. Это, конечно, минус, но сама наклеечка классная. Ну и какая же Челси без декоративных скотчев? Я не могла пройти мимо, не купив вот эти два замечательных наборчика. С вот такими вот блестящими скотчами, они очень красивые, 4 скотча. И также вот с такими обычными, но здесь очень летние красивые дизайны. И особенно понравились два скотча с цветочками и радужный скотч. Сейчас в Фикс-прайсе проходит коллекция с котейками. Я не могла пройти мимо парочки таких вещей. Первая, это вот такая вот замечательная губка с котиком. Он очень милый, губка самая приятная на ощупь. Мне понравился вот этот котик, я взяла губку розовую, но были еще там вроде оранжевые и желтые. Также из коллекции котеек в Фикс-прайсе купила вот такой вот набор. Это набор наклеек, 8 листов с наклейками и 4 фона для наклеек. Здесь написано «Познакомьтесь с компанией веселых котиков». Нарисован такой интерьер, кошечки. Ну и давайте посмотрим, что же там было внутри. Внутри набор выглядит вот таким образом. Здесь находится 4 фона на лаковой бумаге, вот такой вот. И также 8 листов с наклейками, по 4 в каждом кармашке. Мне они очень нравятся, так как здесь милые дизайны с кошечками. Очень удобный вариант взять с собой в поездку. Также в магазине «Добрый день» я купила себе мыло в поездку, это оно так шуршит. Вот такое вот классное фигурное мыло, спанч боб в виде губки Боба. Мне оно очень нравится, такое слегка желтое и пахнет очень ароматно, как я понимаю, оно банановое. Здесь такая мордочка спанч боба, мне очень нравится это мыло. Также я купила киндер с королевскими питомцами, правда изначально у него была также обложка, но я думаю многие видели вот такие вот пластиковые яйца по 100 рублей. Такое вот белое огромное яйцо, а в нем был обычный пакетик дрожжей и вот такая вот маленькая капсула. То есть получается у нас обман, капсула в капсуль, такая розовая капсула. Собери всех питомцев. Вот такая вот красивая коллекция здесь, все имена подписаны. И вот в таком огромном яйце была вот такая маленькая фигурка. Но все равно она мне очень понравилась. Проработана детально и выглядит мило. Это ягодка крольчиха Белоснежки. И последнее, что будет в сегодняшнем холле, это посылка с AliExpress. К
Кстати, в сентябре или в октябре будет такой хол, канцелярия с Алиэкспресс. Так что ждите, когда мне придут все посылки, обязательно это видео сниму. Ну а сейчас хочу вам показать набор из 10 наклеек с эмоджами из ВКонтакте и Ватсапа. Стоили порядка 100 рублей, очень красивые наклеечки. Я уже, как видите, очень много использовала, вот особенно на этом листе, и выглядит классно. Конечно, это не виниловые наклеечки, но ими все равно можно оформлять свои блокнотики или наклеить на чехол, как это сделала я. Даже самый простой чехол украсит такие милые стикеры. Ну и на этом я бы хотела закончить свое видео. Ждите видео из Крыма, а с вами была Челси. Всем пока-пока, всем печенек и добра!